Приемная комиссия Госуниверситета начинает работать с понедельника, 17 июня. Документы будут принимать в корпусе «Б». Продлится приемная кампания до 20 июля. В этом году тем, кто поступает на платное отделение, не надо сдавать экзамены. В этом году вступительные испытания будут только для тех ребят, где количество заявлений будет превышать количество бюджетных мест. По всем остальным направлениям, специальностям, где такого не будет, мы также будем выстраивать рейтинг по предметам, которые являются вступительными в университет, и будем, соответственно, смотреть, какие оценки, и переводим их в баллы. Документы можно приносить уже с понедельника в один из трех кабинетов корпуса «Б». Физико-технический факультет будет принимать документы абитуриентов в здании технического колледжа имени Гагарина. Полная информация о поступлении размещена на сайте ПГУ.